сегодняшняя пресс-конференция была посвящена гражданско-патриотическому воспитанию в рамках подготовки к 1 июня, Дню защиты детей. В Херсонской области есть такая должность навигатора детства, советник директора по воспитательной работе, которая введена в каждую из 83 школ Херсонской области. Советник директора – это тот человек, который будет разговаривать с ребенком, будет рассказывать ему о тех проблемах, которые существуют у нас в нашем регионе, который завлечет каждого ребенка в общественные движения, а их достаточно сейчас много, и юнармия, и РДДМ, и я херсонец, и молодая гвардия. И мы стараемся, чтобы наши дети свободное время проводили не просто дома или не просто на улице, а могли реализовать свой творческий потенциал, могли какие-то проекты, которые у них есть, воплотить в жизни. И учителя, советники директора, и мы все вместе стараемся в этом нашим детям помочь. Конкурс был организован Министерством образования и науки Херсонской области. Активное участие в конкурсе принимали советники директора по воспитательной работе. Они же были ведущими. Наши навигаторы детства в первую очередь принимают активное участие во всех мероприятиях.